Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешивать 27-е древнее испытание. Оно реально очень сложное. Решил я все-таки вернуть сюда Ару. И сейчас мы будем пробовать разгоняться на черепах. Не знаю, получится, не получится, конечно. Ара одержимая для блокировочки. У нас стоят все-таки, чтобы снимать черепа баф. Других вариантов как бы особо тут тоже нет, потому что они шатают очень-очень больно. Ну, пока попробуем таким вот образом попроходить. Так, черепов мы слили. Ну, а дальше, видите, застряли. Вот неплохой был заходик, кстати. Нам немножко не хватило. Фут, блин, не туда забежал. Обидно. Да, вот так вот. Пробуем еще разок. Запускаем Атланта. Пусть посливаются немножко на Атланте. Выпускаем всех на черепа. А тыковку у нас слили, видите? Так, отлично, разгончик опять есть. Следующий череп. Ну тут, конечно, рандомчик полный. Но мне отсюда больше всего понравилось проходить. Здесь, конечно, можно было бы сейчас за пару раз пройти его все, но... Как обычно, я трешую, чтобы вы видели хотя бы приблизительно чего начинать, что делать. Так, окей, заблочили, отлично. Атланта у нас, к сожалению, слили, тыковка дала разгон. Это хорошо, одержимый. Ну, давай, 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 давай. Блин, побежали в центр, нас там просто ушатали. Да, без Минотавра здесь, конечно, сложновато. Будем пробовать. Так, ждем, когда они посливаются на Атланте. Отлично, череп включился. Тыкву слили опять. Ну, такое. Так, отлично. Следующий череп. Ну, тыкву опять слили. Видите, здесь, конечно, надо ждать удачного захода. Ну и помимо черепов здесь еще проблему создают анубисы, которых надо тоже вовремя заблокировать. Да, еще сюда, наверное, вот отлично, такой заходик тоже неплохо. Самое главное, чтобы нас ведьмы посливали. Так, ведьмы Атланты. Тоже противно. Так. Попробуем вот так вот сделать. Давайте тут две ведьмы этих сольем сейчас. Пусть они убьются. Об Атланта. Не захотели убиваться. Ничего себе. Ну-ка. Нет, тут нас по-любому ушатают. Чем здесь одер хорош? Он черепов шатает, потому что черепов некому шатать тогда. Так, давай, 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 отлично. Пробуем такой вариант разгона отсюда, не знаю. Тут у нас Рину, дальше все у нас, дальше следующие ведьмы пошли. Так, ну дерево. Яра нас заблочил. Ну вариант еще у нас есть. Тыковка, не, все, тыковка умерла. Ну остались у нас анубисы, которые нас сейчас просто расшатают, наверное, по одному. Да. К сожалению, два Анубиса это жестко. Мы будем пробовать убивать вот этих ведьм. Вот отлично, вообще убилась сразу. А вот эти что-то не хотят дохнуть. Умирайте, давайте. Сволочь. Тыква просто дохнет. Ну, дерево. Блин, пока дерево реснет, это жесть какая-то. Хочется бешеного разгона и нифига. Смотрите, как мы на Рину застряли. Рину там просто отжигает. Так, ладненько, попробуем еще разок вот так. Так, одна слилась.
Отсюда пустим всех остальных. Вот такой вот вариант. Может получится к черепу подойти. Нет, тут просто жестко все. Значит, пробуем по-другому. Также кидаем. Отсюда начинаем с Анубиса. Там хоть Анубис сейчас вражеский к нам подойдет, мы сможем хоть на нем немножко разогнаться еще. Если опять же, видите, тыкву слили, ну тыква вот ожила, ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Вот такой вот вариант, очень-очень интересно. Анубис, бей. Огонь. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да блин, да ладно, ну добейте. Вот так вот, ребята, Анубис сейчас нас просто ушатает. Сука, обидно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Молчанку дали. Есть. Просто изи, ребят. 27 уровень. То, чего многие кричат, там, блин, нереально сложно. Мы прошли без особо там имбовых героев. Можно сюда, кстати, и Фрейю даже брать. Вот такой вот у нас составчик был. Атлантик, рассказываю для тех, кто не в теме, а живо. Ремочка. Баба. Ёшка наша новая. Офигенный герой для этой локации. Для многих локаций будет офигенный герой. Тыковка. Исцеление. Для того, чтобы больше отхила было, можно воодушевление, как вариант, тоже будет очень круто смотреться. Однозначно ара для блокировки некоторых героев. Анубис, железная воля, можно там другие талантики ставить ему. Главное, железная воля, чтобы станился поменьше, вот это именно первое время сносил. Почему одержимый, объясняю, одержимый. Для того, чтобы снимать баф из черепов, плюс зона атаки, плюс разброс. То есть вот одержимый с разбросом уже стал более-менее актуальный. Хотя там можно было и с богом войны попробовать, но у меня два героя с разбросом. Плюс Рину, у которого тоже есть забор энергии. Массовый урон по зоне, потому что надо убивать очень быстро и наносить очень много урона. В принципе, у нас это все и получилось. Ворожай. Можно с каменкой пробовать. Ворожай это не проблема. Можно с другими талантами. Я просто уже такого поставил и уже использую его, чтобы не переодевать. В нем как бы роли, самое главное, играет роль прокачка скилла. Чем выше, тем лучше. Ну, дерево. Однозначно дерево. Рассказывал в предыдущих видосах. Кто не видел, можете посмотреть. Намного лучше и эффективнее, чем седна. Ну и бигфут. Без бигфута вы тут ничего сделать, к сожалению, не сможете. Ну, а у нас дальше, по ходу, начинается опять трешечок. 28-е испытание. И у нас тут опять есть Эхникрыл. Вот так вот. Вот так вот. Плюс, я так понял, у нас тут еще какие-то автопрокеры будут. Угу. Франки, да, автопрокают. Ну, думаю. Атлант. Атлант опять будет тащить. Вариантов других пока я, к сожалению, не вижу. Так, кого-то мы там вытащили. Не знаю, сейчас разгончик получим, не получим. Отлично, смотрите, вот отсюда можно также будет заходить. Я думаю, на Огнекрыла пробовать забегать. Но опять же, видите, куча гарпий. Может, вариант гарпий побьем тут. Атлантика выпустим. Если, конечно, он включится. Бегает по всей карте. Ну куда ты бежишь? Да ты бежишь, друг мой юный. Вот, вот так вот, отлично. Смотрите, сейчас мы кучу героев просто потеряем сразу же. Атланта просто супер, как по мне. Ну а дальше уже, конечно, на гарпии придется потрешивать, но мне кажется, эта подземка будет просто изи. Не знаю, почему так, но мы слились. Почти. Ну, так, в принципе. У нас останется проблема только единых некрылов.
Да, интересная, конечно, локация. Все, ребят, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, чтобы народ видел, что надо делать, кого качать, однозначно Атланты. Ба. Не надо здесь донатные герои. Все. Всем удачи, всем пока.